Три дня подряд шла борьба у сетки. Это первый тур открытого первенства округа по волейболу среди женских команд. В этом году турнир получил прописку в Приморском институте железнодорожного транспорта. Именно здесь 5 лучших детских команд края и 2 взрослые вступили в борьбу. Каждая игра дается нелегко. В матче уссурийской и ярославской ДЮСШ шла напряженная борьба. Наши спортсменки первые 2 партии уступили, но руки не опустили. И следующую уже выиграли. Ярославская команда сама по себе сильная. То есть это чемпионки края среди детских команд. Вот. Ну, бьются, равная борьба, азарт. В том году они были не совсем сильные, а в этом году они все-таки очень сильные стали. У них нападение лучше стало, и они поднимают все лучшие мячи. Что говорит тренер, за счет чего побеждать? За счет, конечно же, самое первое – это подача и блок. В итоге уссурийская ДЮСШ все-таки уступила Ярославке со счетом 1-3. Но удалось выиграть у Вольно-Надеждинска. В первом туре сыграли еще 3 уссурийские команды. Студенты Прим-ЖТ одержали 2 победы над Арсеньевым и местным Вектором. Последний, в свою очередь, проиграл все 3 игры. Все, конечно, зависит от настроя, от того, какие задачи ставит тренер, федерация, вот ваша именно городская федерация. Я знаю, что здесь ребята, вот тренера молодые, у них все глаза горят, поэтому я думаю, что шансов достаточно нормально, много. Уссурийские волейболистки из команды «Грация» сумели выиграть 3 игры из 3. Без поражения идет и ярославская ДЮСШ. В марте пройдет 2-й тур первенства. Команды продолжат встречи по круговой системе. Победитель турнира определится уже 20 марта.